Властью, данной мне межгалактическим советом, я издаю указ об уничтожении планеты Земля. Но сперва, конечно, разомнем эту тему и потестим. Один землянин будет выбран случайным образом. Чтобы доказать, что он сможет использовать абсолютную силу во благо. Но если он накосячит, мы сотрем Землю к чертям собачьим. Допустим, ты мог бы сделать одну вещь, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Легко. Я бы заценил буфера соседки снизу. Я могу творить чудеса. Одежда, наденься на меня. Мне надо только махнуть рукой. Деннис, давай, говори. Печеньки. Чего? Печеньки, пожалуйста. Больше ничто не имеет значения. Хотя, если подумать, я бы не прочь отыметь твою ногу. Немедленно. Я мог бы решить все проблемы в мире. Ты все хорошо обдумал? Собачьи какахи, уберите себя сами. С ним все ясно. Добрых дел от него не дождешься. Я хочу иметь просто офигенное тело. И огроменный. Ну, не такой гигантский, конечно. Я был эгоистом, но я могу сделать людей счастливыми. Пусть все, кто умер, оживут. Но не за все же время! Вы чокнулись? Хочу быть президентом Соединенных Штатов. В машину! Быстрее! Вот доклады по Сирии. Дефициту бюджета Израилю и Ближнему Востоку. Пригните! О, боже! Ура! Звонок, звонок! Просто опять притворись тупым животным. Я люблю тебя, Нил! Заткнись, Деннис! Нил, секс-машина! Дай мне тело великого человека! Что за...